Да, это Артур Ньюман. Это я. Он попытался обрести другую жизнь. Я хочу сделать тебя счастливым, Юджин. Отыскать другого себя. Думаю, я всегда был Артуром Ньюманом, просто жизнь навязала мне другую личность. Уоллес Эйвери был ничтожеством? Он был менеджером крупной мультинациональной корпорации. Но новое имя не помогло забыть прошлое. У тебя есть дети, Артур? То есть у тебя, как у Уоллеса? Нет, нету. Ты чувствуешь то, от чего большинство из нас бежит. Мы слишком замкнуты, чтобы это почувствовать. Колин Фёрт и Эмили Блант. Роуд-муви. Артур Ньюман.